Алло, добрый день. Компания Сартек Херсон представляет устройство КС-918С. Это новое поколение легендарной, очень удачной модели, которая называлась КС-918, она до сих пор продается. Особенность ее отличия, конечно, улучшенные параметры, а также появление веб-камеры на самом устройстве. Сама коробка представляет собой, как видите, стандартная коробочка, весом где-то килограмм. По параметрам, что мы можем сказать? По параметрам у нас написано на коробке процессор Alvinera 31 4-ядерный. Данной модификации, эта модель идет двух модификаций, гиг оперативы 8 встроенных, либо 2 гига оперативы 16 встроенных. Также камера идет в простой версии 2 мегапикселя, в полной 5 мегапикселей. Естественно, если есть камера, встроенный микрофон. Поддержка разных портов, в том числе HDMI. Без HDMI это невозможно. Ну, как видим, здесь еще поддержка 3G и 4G. Wi-Fi, Bluetooth обязательно есть. Аудиозвук, видео форматы Full HD, HD. То есть все возможные форматы, которые доступны сейчас. Посмотрим на само устройство. И на комплектацию. Вот коробочка. Посмотрим, что внутри. Внутри у нас идет пульт. Стандартный пульт под обычной батарейкой. Дальше зарядное устройство 5 вольт 2 ампера. Кабель AVI для подсоединения. Еще какой-то кабель. Обычный кабель и HDMI. Наверное, метр. Посмотрим, что у нас инструкция. Инструкция на двух любимых языках всех производителей мира. На китайском и на английском. Ну, с китайским мы разговариваем слишком хорошо, чтобы вам показывать. Поэтому мы покажем вам на английском. Так, инструкция, конечно, просто говорит о самом девайсе. Как включить, как выключить. Ничего такого. И что делать, если не включается. Ну и тому подобное. Неинтересно. Так, дальше. Сам девайс. Это модель КС-19С. 2 гига встроенных, 16. Получается 2 и 16. И также мы имеем у нас 5 вольт 2 ампера и 5 мегапиксельную камеру. Посмотрим по параметрам. По параметрам у нас здесь есть микрофон. MicroSD 2 USB. Под антенкой у нас еще третий USB, ATG, выход AVI, мини HDMI. А на секундочку, что кабель мне не нравится. А нет, мини все-таки, но кабель в комплекте мини HDMI, LAN. Так, посмотрели, где же наша камера. А вот камера, видите? Камера, она так заклеена. Камеру нужно доставать. Оп. И вот появилась камера. Вот таким вот хитромудрым способом. Как слайдер. Оп, появилась камера. Нужна, не нужна, закрыл. Все. Отлично. Вот один из мощнейших устройств на сегодняшний момент по TV-боксам. Удобный очень. Если это будет продолжение КС-918, я уверен, что будет очень популярная модель, и ее будут покупать. Спасибо большое.